Дорогие друзья, добрый день. Ребята, начинаем обзор сигарет. Сегодня у меня на обзоре сигареты, точнее сигарилы Барклай. Это аналог Марко Поло, которого сейчас в России, к сожалению, нет уже. И также Капитан Блэк, который сейчас достать все сложнее и сложнее. Его вообще, можно сказать, в России нету. Тоже. Я вот сколько искал по табачкам, так и не нашел Капитан Блэк. Но эти сигареты, они такие же. Это Барклай. Вот так вот выглядит сама пачка. То есть, тут эта картинка, это наша некрасивая, блядь. Они у меня со вкусом вишни, короче. Я взял. Тут МРЦ нету, так как это сигарилла. На сигарилла МРЦ не обязательно. Так, тут вот так вот написано. Они, пачка самая мягкая, короче. Такая, как в старые времена, короче. В самом начале, только когда сигареты выходили, у них у всех были вот такие мягкие пачки. Вот, так, что еще хочу сказать про них я. Стоят они 260 рублей со вкусом вишни. Давайте я все-таки пачечку, сигареточку достану. Вот так вот выглядит сама сигарилла. Набивка, короче, очень-очень-очень жесткая. Прям конкретно, причем пальцы даже не продавливаются. Вообще, вон какая набивка. Фильтр золотистый, двойной, не двойной, не знаю, тут какая-то перфорация вот есть на фильтре. Двойное кольцо воздушное. Давайте сейчас вскроем сигарету. Так. Посмотрим, тут воздушная прослойка есть или же ее нет. Нет, воздушной прослойки тут нету. Сам фильтр, походу, блять, даже не двойной. А нет, он угольный. А, нет, двойной. Вот первый фильтр идет, он угольный, короче. Угольный фильтр. Вот угольный фильтр. А второй уже идет конкретный фильтр после воздушной прослоечки небольшой. Чтобы в организм меньше вреда попадало, идет второй фильтр. Обычный фильтр, вот такой вот маленький. Фильтр такой же, как у сигарет Parliament. Сейчас я вскрою. Вот, это уже сам фильтр. Так, сами сигареты сейчас вот тоже вскрою. Блин, набивка качественная. Тут, короче, несколько сортов табака, короче. Прям несколько их. Они все смешаны, перемешаны. Табак Вирджиния, там Хуйджиния всякие там. Еще какой-то карибский что-то там табак. Что-то. Ну, короче, до хрена табака. Мешка такая. Есть и длинные вот такие листики. Есть и мелкие, короче. Он такая мешка вот такая вот. Разношерстная, короче. На вкус, конечно, блядь, редкостное говно просто, блядь. А, давайте травку посыплю, чтобы это удобрение было, так сказать. Что, закурим сигаретку? А, посмотрим ее на вкус. Еще бы мне, блядь, зажигалку найти. Где она, мне интересно. Зажигалка моя, зажигалка, блядь. Интересно, конечно. Бля, у меня где зажигалка-то, ебаный урод. Господа, зажигалку нашел. Давайте закурим. На вкус фильтр пропитан прям такой спелой вишней. Прям вкус очень чувствуется, короче. И сигареты сами тоже так вишней пахнут. Давайте прикурим. Блять, вот эти сигареты, да, это просто топ моего рейтинга. Я лучше сигареты, чем вот их, вообще не курил никогда в своей жизни. Могу сразу сказать, по качеству Марко Поло и Капитан Блэк даже и рядом с ними не стоят. Определенно, да. Уже несколько затяжек сделал, я до этого сигарету выкурил. Вкус просто бомбический просто. Единственные, они просто очень крепкие и в горле, короче, остается такой, как будто горло чуть-чуть дерет из-за своей крепости. Сам фильтр, ой, фильтр, говорю, сама сигарета вообще, можно сказать, не тлеет, то есть ее надолго хватает, очень экономная. Да и когда затягиваешься, вот на полную катушку затягиваешься, очень медленно тлеет.
Ее прям реально вот долго курить, короче. Обычную сигарету там за 3-4 минуты скуриваешь, а эту, чтобы выкурить, надо, короче, минут 10. Потому что когда ты ее вот так держишь, она сама вообще не тлеет. Вон. Она как будто там какая-то технология тушит, короче. Вот затяг делаешь, она идет. Но очень крепкая сигарета. Вторую сигарету уже вот не хочу курить. Вот буквально сейчас только одну выкурил. Уже это не идет, короче. О, прям в голову дает. Сигареты свою цену определенно стоят. Выпускаются Погарской табачной фабрикой. То есть у нас здесь в поселке городского типа Погар. Качественные сигареты. Единственный минус, конечно, они не везде, короче, присутствуют в продаже. То есть распространение у них такое себе. Вот если бы мегаполис их взял на распространение, я думаю, смогли бы они протолкнуть их конкретно. Это прям отличная замена Капитан Блэку. При том, что Капитан Блэк стоил там что-то в последнее время, его по 300 рублей продавали вроде табачки. То эти сигареты 260 стоят. Я считаю, уже большой плюс на 40. Ну, конечно, так как там МРЦ нету, максимально розничной цены, их продают и по 300 рублей, и по 350 продают, но, так как говорится, у кого какой аппетит. А так, в среднем, нормальная цена для них 260 рублей, вот, в среднем, по стране. Ну, если брать усредненные цифры, короче. Ребятки, вот такой вот у нас обзор получается. Подписывайтесь на мои социальные сети, также на мой канал на YouTube. И у меня есть также телеграм-канал, я создал. Ссылка будет на него в описании. Подпишитесь туда. Я не собираюсь делать там прям конкретное много обзоров на сигареты различные. У меня все-таки тематика чуть-чуть такая. Всякие гаджеты мне интересно больше всего, нежели сигареты там курить, снимать, так как я сам вообще не курю, кстати. Так для обзоров чисто, вот, чтобы видосов побольше отснять на первое время, чтобы чисто по сигаретам только начало, вот, потому что их легко достать, потому что канал пока не такой раскрученный, и устройства у меня там, гаджеты, там телефоны на распаковке еще не дают, короче. Поэтому я как бы начал с того, что дешевле можно везде достать, как бы себестоимость видео, что 260 рублей потратил, видео снял. Так что вот поэтому я как бы так занимаюсь этим пока. Снимаю на сигареты видео, обзорчики. А там и на машины буду снимать обзорчики, там на различные другие темы. Всякие распаковки айфонов, айпэдов, там. Мне интересно, кстати, вот эта тема электроники. Больше всего привлекает меня именно эта тематика, нежели сигареты. Так как сигареты, господа, это, напоминаю, игрушка дьявола. Один раз вот привыкнешь курить, потом тяжело бросить. Поэтому я молодому поколению рекомендую вообще не курить, заниматься спортом. Вот 260 рублей пачка стоит, в день 260 рублей уходит на сигарету. В месяц получается там в районе сколько? Вот так, 7-800 что ли получается в месяц на сигареты. Вот. Будет уходить у вас. То есть 7-800 умножаем на 12, это в год получается там в районе 85-90 тысяч. Я говорю сейчас в среднем. Усредненные цифры называем. То есть 90 тысяч рублей в год будете тратить на сигареты. Эти деньги лучше, короче, проинвестировать. Вообще на 260 рублей можно купить 4 литра молока, напоминаю. И получается можно купить 7 буханок хлеба на 260 рублей. Или там полкилограмма говядины. Пожалуйста. Лучше мяску съесть, лучше мясо съесть, чем сигареты выкурить. Потому что вы выкурите сигарету, через час опять захотите курить. А от них толку никакого нет. Вот видите, как фильтр засорился. Вот эта дрянь, она попадает в ваш, короче, организм. И представляете, вот тут сколько смолы, да? Тут смолы вообще на самом деле в этих сигаретах много. Так как они крепкие. Вот видите? Посмотрите, какой угольный фильтр грязный. Представляете, вот эта дрянь попадает в ваш организм. Даже угольный фильтр не спасает, хочу сказать вам. Вот так вот, ребятки. Это вам не хухры-мухры. Такой вот обзорчик у нас получился. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. И до новых встреч, ребятки. С вами был ваш покорный слуга.